Всем привет, сегодня в Мороженщике 5 будем влиять на воспоминания с помощью бага полета. Давайте стартовать. Главная задача сейчас будет долететь до секретной локации. Чтобы это сделать, нам нужно воспроизвести баг полета. Залезаем на лестницу. Выбираем оружие, которое относится к Джею. Это электропушка. Запросили. И все, смотрите, мы летаем. Но пушка нам не нужна. Сейчас мы с вами полетим на другую локацию. Да, все отлично. Мы летаем. Сейчас будем залезать в трубу. Нам с вами нужен доступ к небу. Все, и полетим влиять на воспоминания. А мини-рот там постоянно балуется с дверью. Смотрите, это всегда так. Сколько бы раз ни заходил, он всегда там балуется с дверью. Все, летим. Эти полоски на крыше нам как раз и подсказывают, куда лететь. Здесь также, видите, есть три звезды. Раз, два и три. Вскоре мы с вами увидим трубу, по которой Майк попадает на фабрику. В стартовой сцене игры. Если знаете, как повлиять на стартовую сцену, обязательно пишите в комментариях. Потому что я думаю, даже если мы здесь накидаем предметов и перезайдем, они все, конечно, исчезнут. Пока что секретная локация не видна. Летим дальше трубы. И вот у нас секретная, более яркая локация, на которой происходит сцена из воспоминаний. Мы сейчас с вами в доме что-нибудь положим. Допустим, бомбочки, всевозможные предметы. Посмотрим, как эта сцена полная с мороженчиком и с его отцом будет выглядеть. У нас сегодня снова эксклюзивные кадры с секретной локацией. Мы плавненько направляемся к Джозефу Салливану в гости. Нам бы еще найти с вами место, где сидел сам Джозеф. Потому что рот-то понятно, что за столом, рядом с виноградом. Да, дом ярче, эта сцена более приятная. Так у нас дом Джозефа Салливана во тьме на нашей стартовой локации. В этом холодильнике располагается не жена Джозефа Салливана, а мороженое. Как раз таки открыл красным ключом холодильник и съел. Вы за сюжетом следили лучше, так как у нас в одной из частей мороженчик показан на постерах полным. Там еще были постеры с метро, помните, где он работал в кафе, будучи подростком. Все, смотрите, у нас здесь сидит сам Род Салливан маленький. Давайте тогда на стол что-нибудь положим. Или даже в тарелку, ну-ка. Бомбочку можно положить? Идеально в тарелке. Don't touch. Ну-ка сюда накидаем. Есть. Здесь у нас стоит прототип. Давайте здесь поставим. Так, так это вообще дверь. Интересно. А это кухонный гарнитур. Что у нас вообще есть? Давайте возьмем. Главное не перепутать предметы. Представляете себе, сейчас меня перекинут обратно. Стаканчик с маслом. Его применяет Джей, значит Джей и будет его держать. Ой-ой, ничего себе, как классно. Так, что мы еще с вами видели? Вот здесь сидит Джозеф Салливан, видите, тень от стула. Так, ну хорошо, тогда ему к ногам что-то кинем. Допустим, даже одну бомбочку поставим. Под стул бомбочку. Ламяра, это также Джея, наверное, не разрешат. Да, нельзя. Микроволновая пушка уже относится к Майку, поэтому брать ее нельзя, опасно. Нос мини-рода к Джею. Забираем. Так, у нас мини-рода. Давайте на стол. Ух ты. Это еще нелегко сделать. Ничего себе, какой он прыгучий. Есть. Как будто бы яйцо. Здесь у нас сидит рот. Давайте мы накидаем. Может, кстати, он взорвется в сцене. Это, конечно, жесть будет. Также проверим влияние на прототип мини-рода. Джозеф Салливан. Он же пойдет потом к двери. У двери тоже оставляем бомбочку. Это фантастика, будет интересно. Сейчас давайте запросим пушку Джея. Ура. На стол, аккуратно. Она будет красиво искрить. Все. Я считаю, пойдет. Тут как будто бы арахисовое масло стоит. В кастрюльке сидит бомбочка. Тут же у нас искрит пушка. У Джозефа Салливана много всего. Микроволновая пушка. Все, мы уже Майк. И снова в Джея. Видите, пушки здесь нет. А если бы я запросил пушку, ее бы из сцены забрали. Сейчас мы с вами летим смотреть воспоминания. Насколько мы сильно повлияем на сцену. Так, ест, 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 ест. Вот в кашу мы ничего с вами не положили. Пока что предмет... Ух ты, йоу. Настолько? Смотрите-ка.
У пушки, кстати, искры-то застыли в воздухе. Вот они, смотрите, летят. Он двигается прямо через бомбочку. Взрыва нет. Его отец прошел. Так мы перекрыли прям всю сцену. Мы могли даже рода не видеть. Ох ты, как классно. Тема. Смотрите, тут же масло как будто бы. И четко под столом оказалась бомбочка. Интересно, наступит ли на эту бомбу Джозеф Салливан? Да, сынок, это правда, но это не значит, что можно трудиться спустя рукава. Когда мне уже можно будет съесть одно из тех мороженых, вот которое как раз находится в холодильнике Don't Touch? Нет, Род, тебе нельзя есть это особое мороженое, а то потолстеешь. Лучше давай скорее одевайся и бегом в школу. Смотри, он ходит через бомбочки. И никакого подрыва нет. А дверь? Сейчас раз замкнет. Как нам с вами сделать подрыв в сцене? Он сейчас, мне кажется, бомбочку съест. Вау, бомбочка и красный замок. Вот тот самый холодильник. Ну-ка, если еще раз нажать. Сейчас посмотрим, будут ли эти предметы в сцене. Да, все в сцене, пропускаем. Сейчас мы с вами сделаем еще одну интересную фишку. Вообще перевоплотимся в Майка. И уже его предметы накидаем. Нам надо только выбраться Майком за пределы карты. Давайте это и сделаем. Перевоплощаемся сначала через микроволновую пушку. Мы все еще летаем, конечно же. И вот нам нужно выбраться за пределы карты. Майку доступны совершенно другие предметы. Поэтому это будет еще большим эксклюзивом по сравнению с предметами Джея. Потому что Майк вообще за пределы карты выйти не мог. Мы с вами в сегодняшнем видео влияем двумя персонажами игры на первое воспоминание мороженщика. Ну-ка, ставим на траву. Смотрите, смотрите, смотрите. А две поставились почему-то. Так как мы с вами летим Майком, можем расставить больше разных предметов. Тут можно и ледяной куб, и вентили, все что хочешь. Ловушка не поставилась. Сразу две, даже три. И они готовы отпрыгнуть. Давайте на вход ловушки. Вообще тема будет. Прям дрожат и мешаются. Ну и гудят, конечно. Давайте внимательно смотреть, что нам можно вообще поставить. Допустим, на Don't Touch поставим лед. Атмосферно все будем делать. Давайте сначала шмальнем. Шумят очень сильно. Кстати, микроволновая пушка, как вам такой прикол? И микроволновка рядом. Ищем ледяной куб. Только случайно не нажмите. Ледяной куб, смотрите, подсказки. Это Майка предмет. Нам он и нужен. Все, получили. Don't Touch. Так, давайте как-то покрасивее. О, тема. Тут ледышка. Что у нас подходит к столу? Микроволновка. Кстати, нам ее не разрешат, потому что мы взяли только что микроволновую пушку. А вот смотрите, если мы выберем нос мини-рода, сразу показывают лицо Джея. Так что сложно перепутать. Стержень. На что он похож? В принципе, на скалку. Давайте положим на стол. Как будто кто-то хотел раскатывать тесто. А, или это вообще даже точилка для ножа. Ну ладно, пусть так. Смотрим далее. Давайте с самого начала. Синий вентиль. Так, он подходит. Допустим, к раковине. Как будто бы мороженщик хотел заменить. У нас, интересно, кран-то вообще виден? Ищем красный вентиль. Тоже атрибут Майка. Забросили, отлично. Холодная, горячая вода. Все атмосферно. Трансформатор нельзя будет, деревяшку нельзя. Лом опасно. Это Джей. Загадочный ключ. Это Майк. Принести нельзя. Давайте на столе поставим ловушки. Ох ты. А почему у вас так много-то? Сбиваются все. Давайте выстрелим. Ничего не разлетелось. Класс. Давайте мороженчика самого полностью не будем перекрывать. Вот так будет, ура. Джозефу Салливану подкинем. Прям проход закроем. Так, мы его вообще всего перекроем. Что, они там взрываются сами, что ли? Они испускают какие-то лучи. Это же в сцене может остановиться. Что это происходит? Что это происходит? Ставим сюда. К прототипу А.
Это чудо какое-то, смотрите. Нам срочно нужно лететь, смотреть сцену, пока ничего не накрылось. И пушку кидаем тоже сюда. Фантастика, все. Перемещаемся теперь в Джея. Берем нос Минирода. Все, мы Джей. Пушка отпала. Сейчас летим смотреть воспоминания. Просто мега эксклюзивные, потому что такого быть вообще не могло. Майк не мог попасть даже с багом полета в ту область. Вот теперь наслаждаемся воспоминанием. Ух ты, прям гудение здесь, смотрите. Что? Синие лучи. Вау, смотрите. Это еще более крутая сцена. Так это вообще какой-то космос настоящий. Смотрите, космическая сцена. Эти волны электрические, они даже не застыли. Лед у нас слева лежит, смотрите. Красный вентиль, синий вентиль, мы их тоже видим. Вообще все, что поставил, видно. Ух ты, йоу. Джозеф Салливан перекрыт просто. Да-да, большим и сильным, как ты, папа. Если будешь хорошо работать и заведешь много друзей. Сам за папу говорит. Я тоже стану знаменитым мороженщиком, таким же гением, как мой папа. Рецепт счастья доступен каждому. Это правда, папа? Да, сынок, это правда. Но это не значит, что можно трудиться спустя рукава. Смотрите, мы и здесь видим ледяной куб, и здесь. То есть так расставил классно. И все под гудение пушки и ловушек. Ух ты, в голове. Нет, Рот, тебе нельзя есть это особое мороженое. Лучше давай скорее одевайся и бегом в школу. See you tomorrow. Завтра повидаемся еще подольше. И все это через ловушки. Такое сожаление, смотрите. Это у нас киберсцена получилась. Нам сегодня удалось посмотреть первое воспоминание Рода Салливана с предметами двух персонажей в сцене, Майка и Джея. Оценивайте видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.